Сегодня компания «Пригород Про» в гостях на производстве компания «Авис Плас». Масштаб вы можете видеть сами. Производстве стеклопластиковых изделий. Самое основное направление нашего производства – это изготовление очистных сооружений как бытовых, так и для ливневых стоков. Помимо этого производим КНС, пожарные станции тушения, ну и различные другие изделия из стеклопластика. Весь ассортимент станций биологической очистки выставлен на нашем сайте. Можете ознакомиться по ссылке в описании.